Итак, я вас приветствую. Это Лара Крофт, Томб Райдер, Angel of Darkness. Это крепость страхов. Мы в прошлый раз начали проходить здесь. И локация у нас не закончилась. Она очень такая мутная в том плане, что вот сейчас мы никуда пройти не можем. Потому что у нас тут везде электричество. Вот вроде как так. И я не очень сильно люблю эту локацию из-за вот этих вот ящиков. Тут есть вот эти вот ящики, которые нужно пододвинуть вот сюда. Да, вот видите кранчик. И сейчас она их не сможет двинуть. Даже озвучки нет. Мне всегда раздражала вот эта вот загадочка. Она меня сильно раздражала, на самом деле. А тут я сейчас посмотрела. Ну, извиняйте. Потому что вот тут долбаться и сидеть, и выяснять, что здесь делать, у меня желания не было. А весь смысл загадки, оказывается, всегда сводился... Я могу сюда забраться. Сводился, чтобы вон тот верхний, именно верхний, никакой любой другой, чтобы к краю, то бишь вон просто к стенке его прислонить. Я почему-то думала, что это как-то вообще по-другому работает. Так. У меня там оставалась пукалка. И, по идее, хватит, наверное, на вторую собаку тоже. Там вторая собачка еще будет. Ну, подвигали. Если честно, я не помню. Я как-то первый раз, когда проходила это место, вообще не помню, как я добилась того, чтобы она стала сильнее, вот эта вот заветная ее фраза. Если б не сразу... Вот, собственно, собачка появилась вторая. Жалко на нее патроны тратить, на самом деле. Ну, в принципе, у нас пукалки пока хватает. Так, сделаем вот так. Просто тот пар нас убьет, если мы сейчас ошибочку сделаем. Вот. Она подвигается. Я чувствую себя сильнее. Именно этот ящик. Никакой любой внизу. Почему-то именно верхний происходит такая магия. Вообще, на самом деле, интересно, почему так это работает. Ну ладно. Как бы. Чего бы нет, собственно. Так, теперь тянем этот ящик. Геракл наш. Ларочка. Не иначе просто. Так, я, если честно, не очень помню, что этот кран вообще делает. А, ну, облегчает нам жизнь просто, собственно. Так. Ну тут, по-моему, по периметру ничего абсолютно нет, если уж по луту какому-то. Тут, хотя тут, по идее, тоже еще одна есть штука.
Можно попытаться к ней подвести. Но я что-то не думаю, что от этого толк есть. Но я могу, как бы. Но тут, по-моему, не позволит. Сейчас посмотрим. Ой, что-то, по-моему, перебор. Так. И чё, да? Да, тут, скорее всего, вообще не предназначено для этого. А это значит, что здесь больше ничего нет. А. Полезли. Полезли. А, ясно. Наше любимое занятие. И чё, всё? Как это странно работает. Так. Осмотримся тут. Тут вроде как не должно быть никаких врагов. Щиток. Так. Ну, понятное дело, что ему туда и лезть надо. Но мы и полезем, собственно. Так, полезли. Ну, я, пожалуй, сейчас вниз слажу, посмотрю, есть ли там чё или нет, и вернусь. Поэтому ждите меня. Ну, собственно, там ничего нет. Так. Полезли. Очень осторожно полезли. Давай. Сейчас вот будет ролик, и она будет там в шортах. Походу, реплики перепутали местами. И, собственно... Одна из сложных частей этой миссии закончена. Так... Оружие бы желательно сейчас поменять. Вы не можете меня задерживать? Меня хватится в редакции. Он ошивался около погрузочных ворот. Наверное, он знал код доступа. Не забудь закрыть за собой дверь, Гундерсон. У меня есть досье на тебя, Экхард. Не трогай меня. Жаль, что у нас не представится случай почитать его вместе. Но вы уже поздно, а у меня много дел. Ah!
И так и до сих пор продолжается. Так, где здесь кнопочка? Ничего нет? Серьезно, ничего нет? Ну ладно. Так, а сейчас надо быть очень-очень осторожным. Там, по-моему. Да, у нас тут гости. Слышал, Сито? Собственно, вот. Так, даже не знаю, как это по-быстрому-то. Она... Слышал, Сито? Так. Собственно, вот я. И я дождалась, когда он, короче, в эту сторону отошел. О, там еще кто-то есть. Че, правда? А это чё? Я просто не все уже помню, поэтому. Ага, там просто хранилище, по-моему, какое-то. Давайте сходим. У нас же есть карточка, не просто так же ее дают. Такс. Тут, наверное, еще что-то есть. Вот ради чего я... Блин. Извиняюсь, конечно, но... Я просто не ожидал, что здесь вообще кто-то еще есть. Так, поэтому надо приготовиться. Как обычно, Лар. Так, ну более-менее, как бы, давайте сохранимся. Там еще двое, да? В этот раз более удачно. Так, ради чего пришли? Блин, более удачно, но расположение обоим фиговое. Она их не видит. Ой. Так, печально, на самом деле. Сейчас. Итак, я вернулась. И надеюсь, я правильно поступила, потому что у них просто вываливаются эти обоймы. Недосягаемо. И мне пришлось их выманить так, чтобы они сюда вышли. Я другого способа просто не нашла, если честно. Ну чё, нашла что-нибудь? Обойма какая-то? Еще одна обойма? Ну тут, по-моему, да, тут же нет такой фигни, чтобы она несколько раз в шкафу что-то находила. Так, тут ничего.
А для чего это? Интересно, что же там охраняют все эти люди? Но надо же, мой путь лежит как раз через этот биокупол. Будет куда проще, если я смогу отключить электричество в этом секторе. Вот так. А теперь надо поторопиться. Ну, и это, собственно, наша собачка. Я ее так называю. Прота ее зовут. Не застреваем, Лар, пожалуйста. Так, тут все, да? Так, тут все. Там еще шоколадка лежит. С той стороны. Так, а тут что? Ничего не лежит. Так. Ну, собственно, погнали. Там не должно быть больше никого. Чем нужно каждый раз, как говорится, пользоваться карточкой, если... Так. А, тут все равно стоит, да? Короче, я сейчас возьму вот эту вот штуку. Ты издеваешься или что? Скажи мне на милость. Ты, может, ее возьмешь, серьезно? И тут есть такая фигня вот. По идее. Нужно идти за ней. Но это очень сложно с этим управлением говёным. Поэтому мы просто пойдем по... А, это типа альтернативный путь, если я не украла у того, как сказать-то. Итак, давайте так проходить. Лар, пожалуйста. Тут, короче, очень... Оно цепляется, как бы. Так, 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 так. Ой, вспомнить бы еще, как это. Как бы это реально, но очень-очень тяжело.
Так. F5. Ну, собственно, вот, да. Так. И вот я все ползу. Как это неудобно, поверьте. Сколько это может быть? Так. Безопасное место вроде бы. И вроде ничего. Тут, по идее, где-то еще что-то лежать должно в этих контейнерах. А тут вообще не видать. Тут есть что? Так, тут ничего. Так. Если честно, я раньше просто перепрыгивала на вот эти вот платформы, на которые она почему-то не хочет прыгать. Ну, как бы не хочешь. Давай. Ложись. Ага, они все равно взрываются, получается. Ну окей. А тут она бы забралась, она вот просто не забирается. Что очень плохо на самом деле. Ну тут, по-моему, больше нету именно бомб, которые такие физические, которые мы могли бы увидеть. Поэтому. Блин, еще срабатывает не это. Вот, если бы я не знала сейчас о том, что она может вот так вот ползти, нам бы это очень сильно усложнило бы вообще жизнь, в принципе. Поэтому... Так, сейчас надо поменять... Кстати, нам нужно выяснить, от чего... А, это было неплохо. Но по старинке возьмем пока что этот. Так, сохранимся. Потому что я помню, что там, да, надо выйти куда-то. Но куда чё, я как бы уже все. С этого момента вообще не помню. Это то самое место? Да, то самое место. А зачем? Просто выключить электричество? Мы пёрлись. Что-то я не поняла, куда мне идти. Сюда? Или не сюда? Сейчас у меня недоумение, как обычно. Так, у нас что-то появилось, кстати говоря, в блокноте. Получите доступ в биокупол. Угу. Найдите комнату охраны. То, что мы читали, когда мы гравюру находили. Три кинжала, соединенные вместе, испепелят зло священным огнем. Найдите секретное место, в котором находится картина. Найдите хранилище трофеев старейшей части Страхова. Последняя картина там. Проберитесь в Страхов. Поищите пятую гравюру обскуру в доме мати с Василием. Так, и, собственно, по-моему, все. Потому что больше, по-моему, ничего не было. Ой. И да, мы переоделись. Собственно. Так. Сейчас я... На секундочку. Я сохранюсь, конечно, но пробегусь вон там... Так, квартира фон Кройна уже точно не нужна будет.
Ну прям вот секундочку. Я остановлю. Итак, тут у нас биологическая лаборатория. Всякие тут реактивные. Так, тут с этой стороны ничего нет, да? Тут где-то лежит секретик. Но не здесь, да? Так, с какой-то одной стороны там. И нам бы сохраниться. Тут у нас плотоядный, потому что... Вот, да, тут секретик лежит. Так. И быстренько надо бежать, иначе она сейчас плюнет, грубо говоря. Так, в принципе, она плюется, но я что-то... Так, ладно. Сейчас мы прям буквально чуть-чуть. Не дыши и даже не думай пошевельнуться. Ты умрешь! Отвечай на вопросы. Отлично. Для начала, кто ты? Второй вопрос. Что ты и твои приятели здесь делаете? Ты что, правда не знаешь, что такое кабал? Мы провозвестники нового мирового порядка. Ничего о вас раньше не слышала. Жалкий смертный, кабал! Мы держим под контролем всю Прагу, и скоро мы станем бессмертны, а ты, жалкий шпион, умрешь! Бессмертный? Впечатляет. И как же это у вас получится? Мастер Экхард скоро вернет славу расе нефилимов. За наше сотрудничество он дарует нам бессмертие. Если бы мне давали кокос каждый раз, когда какой-нибудь идиот говорит это... Ты ослеплена невежеством. В Страхове находится последний необходимый элемент, доставленный сюда из Турции. И что это? Единственный оставшийся нефилим. Последний спящий. Да, это правда. Последний из исчезнувшей расы прямо здесь, в Страхове. Нефилим, не более чем миф. Это все твое невежество. Изъяв из этого бесценного образца жизненную энергию, мастер Экхард сможет воссоздать чистую расу нефилимов. Не безмозглого урода, как прототип Боас. Она заплатила за свою глупость сполна. Да, с безмозглыми уродами так много всяких хлопот, правда? Ты понятия не имеешь. Чем шутишь? Сбежал. Так. Где у нас камни? С той стороны или с этой? По-моему, с той. Блин, ну не застревай, пожалуйста. Ага, вот камни. Тут ничего нет, не лежит.
Так. И чё? С другой стороны, что ли? А то она прям всегда липнет к лестницам, а сейчас что-то подозрительно. Вот тебе и результат. Угу. Подозрительно, что патроны валяются. На каждом шагу причем. Как понимаю, к той пушке, которую нам дал уже умерший корреспондент. Так. Сейчас посмотрим. Ну тут, по-моему, больше ничего именно здесь, в этой части, нет. Так. Где? С этой стороны вход или с той? Не помню. Стой. Да, на лестнице мы переворачиваться не умеем. Беда, Лара. Беда. Осколки. Они меня просто вот с какого-то равновесия сбивают. F5. Так. Вообще не помню, кстати, что здесь за загадка какая-то. Ой, как не добро. Не тут, что ли? Ой, блин, а. Да беги ты, а. А, вот он. Аллилуйя. Итак, я вернулась. Реально, местечко очень замысловатое. Я его не очень люблю, конечно же. Но главное, мы добрались. Итак, вот два вентиля. Я просто помню, что смысл там открыть где-то проход под вот этими камерами, где эти твари появляются. Но я что-то не помню, чтобы так геморройно было. У меня просто какая-то карма, как запись, все через одно место летит просто. Так. Теперь второе.
Так, нужно попасть в тот, который... из которого он вылез, собственно. И сделать бы это побыстрее. Ну, а я очень искренне надеюсь... Это просто карма. Не иначе просто. Ты нажала все? Блин, я даже не знаю, нажала оба или нет. Походу нажал, наверное. Так, ладно, давайте. Господи, вот эта твоя идиотская привычка просто вот за все цепляться, это просто. Это, собственно, все, что нам требовалось. Блин, а безопасного пути не было нигде. Прям секундочку. Итак, я снова с вами. Фух. И на самом деле самую такую мерзкую часть уровня биологии мы прошли. И, пожалуй, мы пока здесь закончим. Потому что я вот вообще без понятия не помню. И по времени, в принципе, вполне мы нормально уложились. Поэтому с вами была Кида. До новых встреч!